Всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. Сегодня хотела узнать у вас, как у вас проходит дистанционное обучение, потому что мы, бывает, с Олесей уроками занимаемся по 4-5 часов в день. То есть теперь мне приходится все самой объяснять, разъяснять. Мы смотрим вместе видеоматериал, делаем задания, потом я фоткаю и отправляю учителю. Я думаю, всем сложно, и родителям, и детям, и учителям. Но у нас первый класс сейчас, и что радует, так это, что нам не ставят пока еще оценки. У нас сейчас начнется занятие по английскому языку в онлайн-школе allright.com. Это школа английского языка для деток от 4 лет. Олесе 7 лет, уже во втором классе у нас начнется английский язык, и я решила, что уже пора начать подготовку, чтобы она потом как бы ей легче все это давалось, чтобы она успевала. В дальнейшем в любой профессии он пригодится, и с помощью английского можно приобретать друзей из разных стран, свободно общаться и путешествовать по миру. Итак, чем мне понравилась онлайн-школа английского языка allright.com? Итак, первое — это интерактивный подход. Все уроки проходят в игровой форме. Уроки очень разнообразные, не скучные. Учитель с ребенком и играет, они и песенки поют, и мультики смотрят, и причем все это интересно, и ребенок не устает. I like cats. I like cats. Circle me, please, cat. Where is cat? Show me cat. Yes, it is right. Okay. And show me fish. Show me fish. Okay. And what color is fish? What color? Red. Yes, it's like orange and red. Yes. Dog. Cat. Еще какие плюсы, так это удаленный формат, не нужно никуда ехать, таким образом можно сэкономить время, деньги и нервы на дороге. Заниматься английским можно из любой точки мира. Каждому ребенку индивидуальный подход, преподаватели в этой школе грамотные, они умеют держать детское внимание. Можно заниматься как с носителем языка, а можно с русскоговорящим учителем. Мы пока занимаемся с русскоговорящим, потому что у нас пока самый начальный уровень, и вообще весь урок идет на английском языке, но если Олеся что-то конкретно не понимает, тогда учитель свободно на русском уже ей подсказывает, ну и говорит, что делать и как. Пробный урок идет в подарок, вы можете самостоятельно оценить формат обучения и реакцию ребенка. Ссылку я оставлю внизу, переходите, смотрите, а также я оставлю свой промокод. По моему промокоду флешка, я пропишу его здесь на экране, а также внизу под видео, вы можете получить еще дополнительно 2 бесплатных урока. За каждого нового друга, который остается учиться в школе, каждый может получить еще 2 бесплатных урока. Вчера был 12 апреля, и у нас была пурга на улице. Представляете, просто никто не ожидал такого, завалило просто снегом. Но сегодня очень солнечно и как-то резко потеплело, снег почти везде растаял, хотя вчера были сугробы. И я совсем не планировала заходить в фикс-прайс. Но я зашла туда, так как скоро Пасха, и мне захотелось там посмотреть, что продают к Пасхе. Но в итоге накупила всякой фигни, сейчас я вам покажу. А еще я уже 2 раза снимала обзор на свой новый самокат. И не получилось ничего, потому что был очень сильный ветер, и ничего не слышно. Ветер настолько сильный, что вообще моего голоса не было слышно. Вот, поэтому сегодня заново буду вам рассказывать уже дома про самокат. И еще так надумала, что до 20 апреля нужно будет мне успеть сделать фотосессию, потому что я уже придумала образы, какие я хочу. Но главное найти мне сейчас фотографа, буду этим заниматься, потому что мой фотограф уехал. Я не знаю, когда он вернется, а мне надо успеть до 20 апреля, потому что именно 20 апреля у нас в Саратовской области, в Саратове, вводится пропускной режим. Поэтому я не знаю там дальше, что как и будет. Вообще пропускной режим должен был быть уже введен у нас 4 апреля, потом его перенесли на 10, и вот уже решили отложить до 20-го, поэтому не знаю, ведут его или нет, но все равно как бы до 20 апреля есть время, и у меня
есть некоторые задумки. Сегодня у меня была еще тщательная уборка квартиры. Я везде тщательно-тщательно мыла полы. Думаю, что все, надо бодриться, хорош хандрить. Вот, буду сегодня искать фотографа. Каталась на самокате сегодня и не планировала, зашла в Fix Price. Накупила тут всяких вкусняшек, и вот чек, кому интересно, можете посмотреть. Короче, тут гадости столько накупила. Но что мне нравится, знаете, я обожаю чипсы Lay's. И большая вот эта пачка, здесь 155 грамм. В Fix Price самая дешевая цена, 77 рублей. У нас в Пятерочке, в Магните продают пачки по 100 грамм и стоит больше 100 рублей. Поэтому это очень выгодно, но иногда я люблю побаловаться такими вкусняшками, гадостями. Вот такие чипсы ни разу не пробовала. Стоит на углях. Ну тут сухарики, это для салата в основном. Вот, тут такой арахис в глазури кокосовый, очень мне нравится. Мои любимые конфетки, ну, довольно-таки они вкусные и очень похожи на Рафаэлки. Только потом перчатки хозяйственные я взяла, 55 рублей. Это червячки, жевательный мармелад. Это здесь с натуральным соком. Вот. Жареный арахис. Такая приличная здесь, сколько грамм, не знаю, пачечка, 50 рублей. Очень иногда у нас прям заходит арахис, прям мы любим иногда его покушать. Потом сушки вот такие ни разу еще не пробовала, взяла Олесь, у меня иногда очень их прям любит покушать тоже. И тут что, для, кстати, там очень много фикс-прайс сейчас продают пасхальных декораций. Там уже и куличи продают, и наклейки, и всякие глазури. Ну, короче, кучу-кучу всего. Я не брала с собой камеру, там ничего не снимала. Но, поверьте, там очень много всего интересного. Вот. Вообще не думала покупать никакие пасхальные декорации. Но мне вот эта веточка так понравилась. Думаю, ладно, возьму. А потом наклейки для яиц вот такие вот я взяла. И еще глазурь со вкусом ванили. Вот. Я буду печь обязательно куличи. Возможно, я даже испеку кулич. Новый рецепт опробую на этой неделе, чтобы потом вам уже выложить проверенный какой-нибудь рецепт. Вот. А так у меня есть на канале рецепт очень классный, по которому у меня мама уже печет лет 20. Ссылочку я оставлю внизу под видео. Кто сейчас в поисках рецепта, посмотрите. Потому что по этому рецепту куличи получаются просто обалденные. Такие червячки вкусные. Кто их любит, ставьте лайк. Итак, сейчас я вам покажу самокат наш новый. Вообще покупали Олесе, но я на нем тоже катаюсь. Очень удобный, классный, цвет мне понравился. И тут вот ручной тормоз есть. Также ножной тормоз. Многие спрашивали в Инстаграме, что за модель. Шекшен вот так вот. Вот так он выглядит. Ну, короче, классный он. Мне нравится. И, возможно, я себе тоже куплю самокат. А это вот старый зеленый, но уже маленький. Олесь из него уже выросла. А это санки, и это не наши санки, это соседи. Ну и самое главное, берите такой самокат, чтобы была амортизация. Я изначально вообще думала, что Fix Price закрыт, а оказывается, его и не закрывали, он работает, просто сейчас у него часы работы с 10 до 8, а так, по-моему, с 9 до 9 раньше работал, народу было там очень много сегодня, причем все так много всего закупали, я прям удивилась даже. То есть там тележек нет, закупались, прям затаривались, знаете, по 2-3 корзины некоторые, обалдеть. Еще сегодня я записалась на кучу вебинаров, вот сейчас как раз жду начала. Очень разные вебинары классные для девушек. Вот, потом, если мне понравится, я с вами поделюсь ссылками. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. И всем пока-пока. До скорых встреч!